Тож повернулась до студії, і як я обіцяла, ми будемо говорити про фотографію. От уже й селфі сьогодні робили, було, але зараз весна в самому розпалі. Нарешті вже такі облаштувалися теплі дні, і треба вже фотографуватися. Юлія Боярина у нас в гостях, фотограф, яка вже традиційно нам розповідала про осінню фотосесію, про зимову, час весінню. Доброго ранку, Юлічко. Доброго утра. І от саме перше запитання, зима, слава Богу, позаду. Чим відрізняється весіння фотосесія від зимової? Она кардинально отличается. Весна – это, можно так сказать, какая-то некая перезагрузка природы, человека. С весной приходят какие-то энергетические силы к человеку, какой-то потенциал, все просыпаются, как подснежники. Хочется творить, хочется расти, хочется что-то делать. Что-то открывать, что-то новое делать. И мы снимаем, наконец-то, с себя теплые, уже так надоевшие одежды. Наконец-то одеваем легкие платья, какие-то пижачки, выходим на улицу и радуемся солнышку. В связи с этим весенняя фотосессия, она совсем особенная. Она какая-то нежная, какая-то душевная, какая-то вдохновленная, можно так сказать. Какие у нас в весне вот плюсы, чего нет ни в одном времени года? Это цветение. Угу. Просыпается природа, и вот эта вот нежная природа становится прекрасным фоном для фотосессии. Хотелось бы сказать, что нужно поспешить запечатлеть себя вот в этом состоянии души нежном на фоне этой природы. Это будет прекрасная память на всю свою жизнь. Потому что человек вот во время весны какой-то тоже особенный, какой-то вот такой, да, духотворенный, нежный. Еще солнышко не успело нашу кожу так поджарить, хотя в мае уже, можно сказать, в нашем регионе можно загореть спокойно. Ось і фото, да, навіть ми бачимо. Дійсно, ви кажете, людина якась особлива, мені здається, що вона більше ще чуттєва і більш тонка така, да? Я думаю, що фотограф може відчути тонкості натури. Давайте тепер професійні нюанси, все ж таки, от будь-яка жінка, яка збирається на фотосесію, думає, який же мені макіяж зробити, що ж мені одягнути, які кольори превалюють, переважають саме у весінній фотосесії? От на що акцент? Вот в том-то дело, что в весенней фотосессии, как мы сказали, что все такое нежное и воздушное, и этому образу, мне кажется, стоит и придерживаться. То есть какое-то нежное облако на себя одеть, можно так сказать. В макияже это, ну, естественные тона, очень нежные, там, персиковые тона, вот губки тоже нежные какие-то, едва розовые, тронуты там где-то блеском. Красивые большие ресницы, как порхающие бабочки. Из одежды, ну, хотелось бы, да, чего-нибудь такого нежного, летящего, пушистого, воздушного, вот что-то такое. Вот мы оставили такие все в зимние фотосессии тяжелые, темные тона, интересные какие-то агрессивные идеи. А в весеннюю приносим вот это вот все воздушное, теплое, нежное, свіже, все от такого. Ви так гарно розповідаєте, що от хочеться прямо пофотографуватися, і дійсно хочеться цієї легкості, ніжності. І ще отаке запитання до вас заготували, наші глядачі знали, що ви будете, от зимова фотосесія, образи там зимової королеви, або як якийсь там сніжний, осінній, ти весь, теж там дуже багато образів, а які от, може, ви можете порадити образ весінньої фотосесії, от саме образ? Вот недавно я проводила фотосессию, называлась она «Мавка». Вот это, можно сказать, один из таких образов. Он был не в цвету, но вот он был в весеннем лесу. И вот настолько вот нежная была, хотя еще было довольно-таки прохладно на улице, но моя модель выдержала этот прохладный день, да, как-то выделился очень прохладный день. Вот, но получилась очень нежная фотосессия, вот именно такая весенняя, с оголенными плечами, с венком сплетенным из цветов. Вот такая вот. Естественно, в цветущих деревьях. Сейчас уже, конечно, чуть-чуть уже отцветают, да? Уже последние буквально, наверное, деньки. Но впереди что нас еще ждет? Сейчас начинают цвести цветы, господи, как они называются, кустики. Кусти, бузок, да, да, да. В нас, вот. Да. Сирень, сирень. Да, сирень, всем словно известно. Вот. В сирене, в кустах сирени очень красивые фотографии. А вот дальше в мае у нас есть в Николаеве такое заветное поле маков. Угу. А вот всех приглашаю туда. Скажите, кто не знает, где находится это заветное поле маков?
Ну, кто же вам скажет? Это такой так... секрет. Я сейчас... Меня потом все фотографы Николаева... Ну, добре, ви мені потім посекрете. Где-то за городом. Де за містом. Ну, логічно, можемо сказати. Ну, добре, не буду вас терроризувати. Ну, не так це легко розказати, коли. Ну, продовжуйте, так? Маки. То есть маки, цветение других то еще цветов у нас и сейчас еще есть. И буду немножко дальше продолжать нарциссы цвести и тюльпаны. Тюльпанчики. Да. Из аксессуаров тоже, вот что я могла бы посоветовать, таких каких-то особенных вот аксессуаров, акценты на аксессуары я бы не делала. Самый красивый аксессуар — это цветы живые в руках. Mm-hmm. Вот это, наверное, наилучший аксессуар. Вот, естественно, сама модель является центром и самым, как бы, таким объектом, самым главным на фотографии. Аксессуары только дополнение. Создают характер, создают настроение. Так, але от дехто з людей, ну, дуже сильно аксесуари полюбляють і не уявляють фотосесії. От взимку ми беремо мандарини, а навесні може якусь парасольку таку біленьку взяти, да, прозрачну. Так, можна, якщо ми якийсь образ создаємо, от, може бути, там где-то восточний якийсь красавиці, була у мене така фотосесія, був зонтик китайський. Вот, он тоже очень гармонично смотрится, как раз было цветение яблонь с китайским зонтиком. Вот такая вот была фотосессия. Ось, да, еще одна идея. Если ручки, да, некуда деть, если люди просто как бы им тяжело. А вот тогда с зонтиком, очень ручки заняты. А я знаю, что на весне еще дуже часто пары полюбляют, да? Да, конечно, влюбленные пары, весна — это как тоже отношения весенние, такие, нежность. Прекрасная идея действительно провести на природе какой-то день влюбленной паре, провести, во-первых, друг с другом, в хорошей компании с фотографом, каких-то вот таких нежных, теплых эмоциях, естественно, получить прекрасную какую-то историю любви в фотографиях. Кстати, себе, естественно, на память своим деткам показывать, радоваться, когда перелистываешь. Вообще, когда перелистываешь, смотришь свои фотографии какие-то, вот, да, прошли там годы, какие-то такие вот теплые воспоминания, если тем более это создано вот с каким-то вот атмосферой, характером, ты погружаешься в вот эти воспоминания еще больше. Так, это правда. Поэтому я очень всем советую фотографироваться почаще. Даже вот не обращаясь даже, может быть, к профессионалу, просто друг друга фотографировать. Но, конечно, профессионал сможет передать вот эту атмосферу гораздо лучше. Передать атмосферу, да. Можливо, открыть вас, потому что, ну, профессионал есть профессионал, да? Дякую вам, Юлечка, отож розкрили нам секрети, нюанси, подробиці, як фотографуватися навесні, отож поспішайте, але час у вас є, тому що маки, бузок, все це на вас чекає, фотографуйтеся поодиночці, з коханими, з дітками, і гарного вам настрою. Дякую, Юлія Боярина була у нас в гостях, я тепер можу проанонсую, що наступна наша зустріч буде про літню фотосесію. Да? Я думаю, що так і буде, гарного вам продовження дня.